Компания Xiaomi только что опубликовала список моделей, которые не получат улучшенный MIUI 12.5. Глобально в этот список вошло мало моделей. Это Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7, Redmi Y3, Redmi 7 и Redmi 7A. Как вы понимаете, все, что ниже, тоже не получат это обновление, а я, честно говоря, добавил бы и Redmi 8 в этот список. Эти модели, которые не получат это обновление, это, честно говоря, правильно. Я как пользователь Redmi Note 7, который обновился до 12.5 обычный, скажу одно: нужно откатываться назад, смартфону тяжело. Плюс не забываем, 2 года заявленной поддержки уже вышли. Несмотря на то, что смартфон еще не сносился, на 4 ПДА есть много кастома, но это уже нужно самому шить.